bend you like it's on a shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Вот это лицо запоминать. Вот это лицо запомнили и встретили сегодня в аэропорту. Пограничник узнал, представляете? Странно, что меня, ну, на регистрации прям не узнают. Ну, там работают, конечно, одни девочки, а у меня, ну, типа, 90% аудитории пацанов, блин, так нагло. Какая же она наглая. Ужас. Все. Это на самом деле вот маска. Маска Гинсухи. Вот. Я просто с рэпером как бы общаюсь, поэтому я не знаю, с кем поведешься, того и наберешься. Че, с пальцами какие вот эти? Акцент стал у тебя тех баб, которые повидали все на свете, зажралась. Извини, пожалуйста. Знаешь, что хочу, блядь, включить, чтобы ты оглох в ГТРП? Вот это вот. Ты в ауте! Приветствую всех. Марк Супер. Не понял. Марк Супер, ты, то есть, хуйсосишь меня? Где ты это хуйсосишь? А, в носато... большой ноздре. А тут ты знаешь мне, значит, мне бицы кидаешь. А, хуйсосишь, Наташа, только я могу? А ты что тогда уснула в итоге? Хотели пойти в ДС и пропала? Так я ж не хуйсосила, я просто поприветствовал. Да-да. Я видела твои сообщения. Ты меня там так не любишь. Ты такой, оказывается, лицемер. Я вообще расстроена очень сильно. Нет, Марк, я очень реально расстроена. Что за ноздря, кстати? А это не ты, что ли? Ну там тоже какой-то Марк Супер. Кто еще может придумать такой дебильный ник? Ебать, это не я был? Да-да. Угу. Там тоже какой-то Марк Супер. Спасибо, блин. И Леву спасибо за 200. За сколько? За 200? Не 100? А Марк там, блин, по 100-500 донатит. Боже, нищета. Ой, какая нахуй дебильный ник. А чё, ты хочешь сказать что-то за свой ник? Ты видел его вообще? Здорово, кадр. Привет, Олимпик. Здорово-здорово. Привет, Юр. Лео, вау, вот ты молодец. Ты умничка, хотя бы по 200 бицов донатишь. Не то, что Марк. Боже, по 100 бицов донатит, бля. Привет. Для тебя у меня есть реально крутой бонус. Вводи промокод ГС и получай дополнительные 40% к сумме пополнения баланса. То есть, пополнив баланс на 1000 рублей, ты сможешь получить 1400, а это уже, между прочим, несколько дополнительных открытий кейсов. Сначала откроем кейс «Один дома» за 549 рублей. И нам выпадает P250 Franklin. На первый раз не повезло. Идем далее и откроем уже три кейса PS5 по 219 рублей. Уже неплохо. Мы окупились на 100 рублей. И в завершение на весь баланс откроем три новогодних кейса по 999 рублей. О-о-о, а Desert Eagle это уже не шутки. Также на сайте есть разные режимы, кейсы, контракты. Сражения, карточки, апгрейды и колесо бонусов, которое можно крутить раз в сутки бесплатно. Да, ребята, это топ скин. Ссылка на сайт и промокод в описании. Ехали до аэропорта, все нормально, села, ничего не задерживали, села, долетела, пересела, обшмонали, опять села, прилетела, да нет, никаких проблем не было. Ну и вот, и сонная такая, значит, стою, значит, около этой пограничного контроля, паспортного контроля, и пограничник такой, улыбается такой, прикиньте, пограничник, вот эти есть кабинки, вот эти пограничников, и просто попасться на этого пограничника, я такая, ну, подхожу, такая вся сонная, такая, короче, в маске, мне не видно, у меня вот так вот глаза еле как, ну, открыты еле как, я вообще не понимаю, что происходит, даю ему паспорт, он такой, я вообще не понимаю, что происходит. Я думаю, ну, может быть, это просто рефлекторно. Так, он такой, снимите маску, пожалуйста. Я такая, снимаю. Он такой, снимите маску полностью. Я снимаю, он такой... И смотрит на меня. Говорит, так, смотрит, короче. И такой, знаешь, рядом, короче, чел говорит, а ты смотришь Гинсуху? Он такой, нет. Что там пишет, печатает. Потом
печати поставил, и такой бумажку мне какую-то дает. Я не понимаю, что это за бумажка, там Беларусь, что-то там такое, дает мне бумажку. И такой говорит: автограф здесь оставь. Но обычно так говорят, типа, знаешь, как, когда просто нужно расписаться на каком-то документе. Я думала, это какой-то документ. Ну, такой: автограф здесь оставь. Я такая расписалась, а потом только поняла, что автограф. А я там написала Берд. Ну, а я обычно расписываюсь Генс, там сердечко, крестики, нолики, там все дела. Я ему Берд, блядь, вписала, нахуй. Ну ладно, похуй. 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 Он потом, блядь, под подушку положит. Вот, он такой: ебать, типа, а ты стримерша? Я говорю: да. Он такой: блин, круто. И все, он такой: удачного тебе дня. Отдал мне паспорт. Такой радостный был. Я не знаю. Обычно, когда вот приходят ко мне, подходят кто-то, там, зрители, знакомые, ну, просто, типа, сфоткаться там. Они обычно такими довольными бывают, как вот этот человечек был довольный. Наталья Берда. Фотограф братья-стримеры? Автограф. Ну, короче, я прям удивлена, что меня узнали из госструктур. Ну, очень удивлена. То есть я не ожидала, что вот просто возьмут вот так вот и узнают. То есть обычно меня узнают, ну, мальчики, не школьники, школьники. Ну, не детсадовцы, я имею в виду. Ну, лет 16-17, вот так. У меня средний возраст, наверное, 16. То есть, если у Вади, там, Brawl Stars, Sandoffery, но у него побольше аудитория, это понятно. У меня такая локальная больше, наверное. Ну, те, кто подходит, не знаю. Там у него подходит просто все подряд. Вот, короче, он такой прям такой парень-парень. Ну, ему лет, наверное, 25 было, вот так. То есть мне даже стрёмно немножко стало. Но я не успела ничего осознать, это так быстро прошло. Я сонная была. Вот, даже ничего не поняла. Да, випку, завтра найдешь последний айфон под подушкой. Последний айфон под подушкой. А где он? Вот он! А где он? Выложи хотя бы ту милую фоточку, я все еще жду. Да какую? Какую именно? Я уже забыла, какую показывала, их очень много. Так у вас же фоточка есть с днем рождения, вот эту, я же выкладывала ее в сторис, ой, в телеграм. Надо еще у Вади просто спросить, какая она норма, какую можно выложить, а какую нельзя. Ну, вы такие милые, этот прям пиздец. Такие милые фоточки. Фоток нет, говорит. Да нету фоток. Почему в описании написано, что ты живешь в СПБ? А то, что там 18 лет, мне написано, не смущает тебя. Крутая елка? Балдеж. В смысле, тебе не 18? Нет, мне 26. Описание уже 4 года, да неправда. На всех фото Влади ест волосы. А я просто не хочу показывать с лицом. Там есть лицом. Ну, заколебали. Ну, типа, я выложу, когда посчитаю нужным. Ожидание... Самое лучшее, что может быть у нас. Особенно, когда ты в бане. Да забей хуй, если нет желания. Есть желание, просто я хочу красивую фотографию. Просто я очень хочу красивые фотки. Это обычные, то есть которые я для сториса там могу в сторис выложить. Вот. В жизни Вади и так столько ожиданий много. Вадю говорили, а ты ломаешься? Да чего вам фотки не хватает, пиздец. Нормально долетел? Да, вообще очень быстро, за 3,5 часа. Я хочу видосик сделать, как долететь нормально до Украины, в карантин, то все, какие документы требуются. Ну вот, вообще будет интересно. Просто у меня очень много спрашивают людей по поводу этого. Сделай. Хочешь пластическую операцию? Да, у меня будет 7 числа операция. Запиши влог. Я думаю, влог с операцией записать. Угу. Garfield.